Салюты. Ну где еще люди, где все наши люди? Всем привет, подключаемся. Всем привет. Мы давно не выходили. Давно не был в эфире. Доделал вторую часть альбома. Убились мы конкретно. Решили немного поправить по звуку, поэтому задержка. Сегодня вечером, край завтра утром. Рано альбом уже будет на iTunes. Так что надеюсь на ваше понимание, поддержку. Вот. Так что вот так. Завтра мы выступаем в Казани, в родном Эрмитаже, так что всем быть. А 22 мая мы выступаем в город героев Волгограде, в экспоцентре. Так что всех ждем на концерт. Всех ждем на концерт с нетерпением, дорогие друзья. Будем зажигать. Кишинев, привет. Всем привет, всем городам. Вот. Так что очень скоро. Вторая часть. Часть так называемая экспериментальная. В ней будет много новых, нестандартных, интересных решений, на которые мы отважились. Благодаря вашей постоянной поддержке. Вы всегда поддерживали нас в наших экспериментах, охотно их встречали, принимали. Или, по крайней мере, понимали. С пониманием относились к нашему эксперименту. Так что, такие вот дела. Нижневартовск, привет. Да, интернет не очень согласен, ребята. Согласен, ребята. Закончились майские праздники и начались пробки. А пробки — это такая зараза, что нет там ни начала, ни конца. Ни конца, ни края. Вот. Так что вот так. Джига в эфире. Зеленоград, вот люди спрашивают. Зеленоград больше не ногой после баллона. Да нет, всегда за. Почему больше баллона? Мне-то какая разница? Я расскажу просто историю, что произошло в Зеленограде. Давным-давно это было. Я приехал туда, в этот замечательный город. В этот замечательный город Зеленоград на концерт. Это был концерт Нагана. Мы приехали нашей бандой, приехали туда выступать. А, вот. Как сейчас помню, клуб битком, мы начинаем, я прочитал, по-моему, 5 треков, и как сейчас помню, начинаю петь трек «Калифорния», всем залом поем, ну, как всегда у нас, вот, и вдруг я чувствую что-то непонятное такое, да, начинают слезиться глаза, и в какой-то момент стало понятно, что кто-то вот в центре стоящий, какой-то мудак стоящий в центре зала распылил слезоточивый газ. Вот. Я, естественно, ну, то облако, которое я хапнул, меня, конечно, убило. Петя уже читать уже не мог. Продолжать я не мог, потому что был, так сказать, выведен из строя. В момент того, как я приходил в себя, люди в зале вычислили быстро человека, который распылил слезоточивый газ, и поступили с ним так, как должны были поступить, как поступил бы каждый. Просто разорвали его. Вот. Научили, так сказать, человека, как правильно определять место, где можно использовать запрещенные спецсредства. Так что вот так. Там много таких было событий. Я помню, в Челнах молодой пацик, мы сами спровоцировались.